привет из города Казани. Шли, гуляли, до Черного озера хотели пройтись, парк. И нашли такую достопримечательность. Случайно до нее дошли. Театр оперы и балета города Казани, находящийся в центре. Жаль, сейчас нет никаких балетов, оперы. Что в сентябре, там написано, в сентябре будет. Потому что сезон еще не начался. А жаль, я бы с удовольствием сходила. Красивый театр. Напоминает мне даже немного наш театр Нижнего Новгорода, оперы и балета. Хотелось бы посмотреть, какой он внутри. Может, в другой раз. Что мы видим около театра? С другой стороны дороги красивая площадь. Здесь в центре все очень красивое. Единственное, магазинов здесь по минимуму. При желании можно найти, но чтобы вы увидели магниты, пятерочки на каждом шагу, как у нас, допустим, в Нижнем Новгороде, здесь этого нет. И даже нет пекарни какие-то. Мы сегодня нашли, кстати, классную пекарню. Если обогнуть собор Казанской Божьей Матери, и там недорогая пекарня. Такие вкуснейшие там и чак-чак, и пироги национальные. Я, к сожалению, не запомнила название. Ну, очень-очень вкусные. И бездрожжевое тесто, и дрожжевое. Я потом сниму видео, где это находится. И кофе там 35 рублей американо. Поразительно. Поразительно низкие цены для центра. Ну вот, это, кстати, как раз напротив театра. Вот эта площадь красивая. Тут скамейки. Можно сидеть, отдыхать. И памятник. Памятник Владимиру Ильичу Ленину. Сзади я его тут обошла. Всем пока. До новых встреч.